Уже в конце этой недели движение на Южном мосту будет восстановлено по обеим полосам. За время ремонта были заменены перильные ограждения, опоры, освещение, уложено новое асфальтобетонное покрытие и на самом мосту, и на проезжей части, и на тротуарах. Были отремонтированы дефлекционные швы. Это, может быть, вы помните то время, когда здесь очень много было шума по поводу того, что мост будто бы разъезжался и было видно внизу через мост. Так вот, это все было устранено. И на сегодняшний день, при завершении работ, все будет. Общая сумма контракта – 524 миллиона рублей. Изначально срок сдачи был назначен на 2018 год. Но подрядчик, понимая, насколько важной артерией является мост, приложил все усилия, чтобы управиться раньше. Особое внимание уделили безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Теперь здесь установлены барьерные ограждения, которые в случае ЧП способны удержать транспорт практически любой массы. А тротуары, они присутствовали до этого, только они были повышенные. Тротуары. И не огорожены. Сейчас установлено оцинкованное барьерное ограждение. С двух сторон. С двух сторон, да. Ремонт Южного моста начался в апреле этого года. Была перекрыта левая сторона. А уже в июле рабочие перешли на правую часть перехода. В сентябре подрядчик говорил о том, что мост откроют досрочно в начале ноября. Но практически круглосуточные темпы позволяют сделать это еще раньше. Этот объект, он стратегическим является. И заселение Южного города, проезды на ту сторону Самарки, безусловно, очень важны для наших жителей. И мы были заинтересованы в том, что чтобы эти сроки были как можно уже. Но когда сокращаются сроки, страдает качество работы. Вот эти проверки осуществляются для того, чтобы это не повлияло на качество работ. Контроль качества очень жесткий как со стороны городской администрации, так и со стороны депутатского корпуса. Подрядчик дает гарантию на свои работы 5 лет. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.